Два часа назад в Лондоне российская велосипедистка Ольга Забелинская завоевала уже свою вторую олимпийскую медаль. Еще одна бронза досталась ей в шоссейных гонках с раздельным стартом. Напомню, первая Ольга удостоилась в индивидуальной гонке. Всего в пятый день состязания разыгрывается 20 комплектов наград. Из числа россиян за медали поборются гимнасты, пловцы. Есть шансы у женщин в стрельбе и фехтовании. И снова победу может принести дзюдо в категории до 90 килограммов. Кирилл Денисов уже вышел в полуфинал. В неофициальном медальном зачете продолжают лидировать китайцы. 23 награды, из них 13 выше пробы. Следом США у них 25, но меньше золотых медалей. Далее Франция, Россия на 9-й строчке с 9 медалями. Это 2 золота, 2 серебра и теперь уже 5 бронзовых наград. Накануне наши спортсмены трижды оказались на пьедестале почета. Дзюдоист Иван Нифонтов в борьбе за 3-е место провел 2 блестящих приема. В результате соперник из Японии не продержался до конца основного времени. Серебро взяла наша тяжелоатлетка Светлана Царукаева. С серебряной же медали стартовали российские гимнастки. Сегодня из-за разницы во времени самые интересные соревнования еще впереди. Подробности через несколько минут в новостях спорта. А пока к другим темам.